Що ж, час прекрасного настав у нашому прямому ефірі, тому що прекрасна гостя до нас завітала. Дозвольте, я представлю Тетяна Єрєменко, дизайнер-флорист, прийшла не з пустими руками. Будемо зараз творити щось гарне і щось прекрасне з цього ранку. Доброго ранку, дякую, що знайшли час, принесли таку красу до нас в студію. Розповідайте, що ми сьогодні будемо з вами робити. Творити. Я вважаю, що флористи, вони не роблять, вони творять, тому що це творчі люди. Так. Есть у нас такое, мы как бы делаем, стараемся делать очень красиво и, конечно, гармонично. Каждое утро хочется начинать с чего-то красивого, приятного. 100%. А сегодня мы с вами будем делать вот такие вот две композиции. Одна – это чашечка и вот такой вот чайничек. Конечно, символично идет к утреннему кофе или к чаю. То есть эти композиции, которые мы будем делать, мы можем их на стол к завтраку, конечно, да, поставить, да, и любоваться. Мы сейчас мы их сделаем, потом как увидим, когда мы выставляем буквально вот две вот эти вот вещи, которые небольшие и не требуют довольно большого труда, но при этом мы создаем себе настроение на целый день. Угу. Давайте создавать это настроение, друзья. У меня уже настроение, потому что настолько наполнилась студия свежестью, вы себе не представляете аромат вот этой всего, что вы принесли нам, рассказывайте. Вот мы будем делать и в процессе с вами разговаривать. Да. Ну, да. Сначала для того, чтобы мы начали делать что-то вот довольно просто, чтобы нам было, мы используем вот такую флористическую губку, которая пропитывается водичкой. А в чем ее прелесть? Она напитанная водой, и в нее мы вставляем цветы, и цветы намного дольше у нас сохраняются, чем просто вот в чем-то. Угу. То есть для начала, чтобы нам создать такую композицию, нам нужно придбать такую флористическую губку. Так. Так, ну я вам буду помогать, но я признаю, что я не флорист, и я не творческий человек. Я буду. Это все идет от души. Если что, я буду вам поправлять. Хорошо, это не страшно. Договорились. Вот так, у нас есть такая прекрасная вещь, называется гипсофила. Мы берем эту. Очень нежный такой. Нежный цветок. Очень нежный цветок. А он, мягкий какой. Он придает всегда нашим работам какую-то воздушность. Так, мы срезаем всегда. Мы срезаем наши цветы обязательно наискосок. Почему наискосок? Для того, чтобы легко очень входило цветок пошел в этот именно оазис. Все, и вставляем. Будет такой длинный. Ну, это будет ваше будет видение, мое, да. Ваша работа. Здорово. Скажите, вот дома, да, можно, ну, приобрести такие цветы? Или вот по фантазии? Ну, нет уж никаких правил для составления вот утренней композиции. Нет. Это мы просто как пример, а люди могут делать. Люди могут делать так, как им удобно, как им нравится. Дело в том, что флористика, это, в принципе, она идет от души. Угу. Это то, что нам нравится, это то, что мы видим. Кстати, очень часто по работам флористов можно определить их характер. Ух ты, а каким образом? Не буду говорить, не знаю точно, я просто помню очередная моя поездка в Киев на обучение, и у нас был преподаватель. Она нас всех вычисляла, как-то говорят, по нашим работам. Интересно. Она сразу рассказывала о нас, кто мы, как мы, какой у нас внутренний мир. Это очень интересно, очень, конечно, впечатляюще. То есть можно сказать, что флористика, она дружит с психологией. Да. Потому что с ее помощью можно. Но все-таки, вот вы говорите, что флористика это от души, но есть же какие-то тенденции в флористике. Да. Что там модно? Какие вот что грядет сейчас? Что новенькое? Сейчас в этом сезоне очень модно и очень в тренде, как называется, это пастельные тона. То бишь, это что-то очень нежное, очень спокойное, очень тихое. Это светло-розовый, светло-голубой. Это вот, если в прошлом году это свадебная тенденция была, это цвет марсал, то в этом году марсал немножко уже отходит. В основном идут более спокойные, тихие тона. Кстати, да, вот действительно, у всех невест были букеты марсалового цвета, да. Какие-то декор, да. Даже свадебный был. То есть это уже отходит. Отходит, да. Это отходит более... Вообще в этом сезоне идут свадьбы, как правило, модно. Это как-то мы пошли на свадьбу от утра. Ничего, кстати, очень скоро начинается свадебный сезон, по этому поводу мы тоже вас пригласим в гости, поговорим, но давайте немножко заглянем, все-таки, да, в будущее. В этом году очень современно делать камерные свадьбы. Что значит камерные свадьбы? Это свадьба, можно сказать, больше для гостей. Угу. Молодые очень много уделяют внимания для гостей. Это какие-то подарочки, это какие-то вот такие вот моменты. Прошу прощения. Ничего. Вы знаете, церемония может быть вот где-нибудь на природе, но при этом у гостей всех будут одинаковые зонтики. Вот эти вот вещи всегда вот дают такую вот какую-то внимательность, какую-то приятность относительно гостям. Угу. Так что и свадьбы это небольшие. Свадьба может быть 10, 15, 20, 30 человек, до максимум 70.
То есть не актуально уже собирать по 150 человек, нет, как это было одно время, нет, да, танцы, пляски, то все более спокойно. Более спокойно, да. Угу. Ну вот смотрите, мы сделали вот такую, так скажем, воздушную подушечку из гипсофилы. Мне уже нравится. Теперь мы начинаем добавлять более другие цветы. Давайте начнем с гортензии, она более крупная. Класс. Боже, ну это же прекрасно, это настолько эстетично на солода, да, вот если утром завтракать за столом и вот с такой красотой, да? И не обязательно завтракать утром, вот просто чтобы, да, такая красота была дома и здорово. Используем. Спасибо. Я в серединку, наверное. Можете в серединку, я буду в бок. Вы будете в бок, а я в серединку. Вот ее будут окружать наши. И не обязательно использовать какие-то дорогие цветы, можно использовать какие-нибудь полевые, что-то, что у вас растет на даче, или что-нибудь дома возле дома, то есть это не вопрос. Вот, правда, вот возле дома очень много цветов, да. Они хоть и дикие, там какие-то маленькие, но мне кажется, им можно все-таки найти, конечно, применение, да? Там. Срезаем. Мы не боимся делать короткие стебли. Угу. Как бы. Вообще по правилам флористики у нас должны быть 3-5-8, это наша золотая середина, это должны быть цветовая гамма, ну и, конечно, пропорции в высоте. Так. Ну, у меня... Ничего страшного. Так. Теперь смотрите, что мы делаем. Подсказывайте. Видите, где наша ручка? Вот наша ручка, вот наш период, да? Да. Мы можем сделать вот немножко вот такое вот... По бокам, да? Да, мы сделаем какой-то вот выход. Кстати, а смотрите, когда к вам приходят вот клиенты заказывать букеты, они сами какие-то пожелания высказывают? Или вот они говорят, мы хотим, чтобы было красиво, а вы там думаете, фантазируете? Клиенты бывают настолько разные. Разные, да. Необычные заказы наверняка. Очень часто бывает что-то необычное, что-то вот неординарное. Но когда ко мне приходит клиент, да, ну скажем так, я на работе, правильно? И я знаю свою работу. Поэтому я сама клиентам должна предложить, что и как. Единственное, для меня немаловажно узнать, кому и возраст. И конечно, случай, по какому поводу мы будем делать эту работу. Я поняла. Скажите, а вот любой мастер, у него есть материал, с которым он любит работать больше всего. Вот может это какие-то цветы, может что-то. Вот у вас есть такой материал? Вот чем вот, или цветок, с которым вы больше всего любите работать? Знаете, даже не знаю. Вот как-то каждый цветок как-то по сезону, мне кажется, я близка к каждому цветку. А вот сейчас, да, тот же самый вот антиририум. Ничего особенного, но он играет и дает довольно интересные вещи. А, дает какую-то высоту, дает какую-то вот необычность. А, если, подсолнух был тоже очень довольно простой цветок, но при этом, когда работаешь с подсолнухом, вот какая-то вот, я знаю, вот радость, какая-то вот жизненность, солнечность, да? И очень-очень приятно с ним тоже работать. А, сейчас тоже пошла вот такая вот эустома. Великолепно. Чем-то на розу немножко похож, да, этот цветок. Да, эустома, это, кстати, вот это именно эустома, это наша Николаевская. Сейчас буду хвастаться, то с вами мы ее производим, выращиваем. Поэтому она наша, местная, она очень интересная. Она намного лучше, она более живее, более приятнее с ней работать. Ой, какая красота. Она такая мягенькая, нежненькая. Действительно, очень похожа на розу, но совершенно не колючая абсолютно. Да. Очень здорово. И наша Николаевская. Да. У нас Николаев, кстати, в этом плане очень такой приятный для выращивания, для производства цветов регион. У нас очень много чего производят в Николаеве. То, что те же самые голландцы, они не могут произвести, а у нас производится. А у нас вот, и нам, да, нужно гордиться этим. Так, как красиво у вас получается. У вас тоже уже очень... почти завершение. Я с вами заговорила, что я отвлеклась уже абсолютно от действий. Но все-таки есть же какие-то правила при составлении букета, потому что они же бывают разные, какой-то вот от события, да, вот, например, деловой букет, там какой-то ланч, может быть, бизнес-букет, и вот наверняка же есть какие-то свои правила. Конечно. Начнем с того же, что вот есть женские и мужские букеты, это женская и мужская форма, это обязательно. Какая разница между ними? А мужская форма – это более вытянутые работы, более вытянутые композиции, букеты, женская форма – это круглый квадрат. А квадратные букеты, как правило, мы добиваемся, это с помощью каркасов. А круглые, ну, это тоже как бы можно использовать каркас, можно использовать не каркас. Но в этом сезоне очень довольно так популярно мы используем каркас в виде зонтика. В виде зонтика. Да, очень интересные получаются работы. Ну, клиентам нравится, это работает. Это самое главное. Да, то, что мы смогли чем-то удивить.
Угу. Вот что у нас получается. Обратите внимание, очень пахнет. Во-первых, очень классный аромат у нас здесь в студии. Это почти готово, да? Да. У нас уже на завершальной стадии находится наша композиция. И вот как долго вот может простоять она? Вот, композиция если может... наши зрители сделают, поставят. И что, она просто будет стоять или подливать может воды? Обязательно. Расскажите. Для того, чтобы композиция у вас стояла, угу, обязательно ее нужно в среднем раз в два дня доливать воду. Чем ниже у нас стоит цветок, ближе к флористической губке, тем дольше у вас будет сохраняться эта композиция. Чем чем выше, тем быстрее, конечно, цветок пропадет. Что происходит? Нам нужно, чтобы цветок пил воду. Когда у нас вода здесь, то бишь ему дольше добираться до бутонов, до самих цветков. Чем ниже, тем, конечно, проще. Поэтому в среднем раз в два дня мы поливаем его. И в среднем он может простоять даже неделю, смотря какие использовались цветы. Довольно-таки достаточный да. срок. Этот летом, зимой еще дольше. А уход тот же самый будет да. зимой, да? Да? Точно да. так же подливать? И... Конечно. Угу. Ничего да. такого, кто больше вот серьезного. Когда меня спрашивают, что добавлять в цветы, чтобы они дольше стояли. Я тоже хотела вас об этом спросить в конце нашего разговора, этот секрет. Ничего особенного добавлять не надо. Самый главный секрет – это чистая вода и свежий срез. Если мы будем каждый день цветы наши, с которыми мы вот нам подарили, вот мы работали, мы будем их подрезать, то есть делать новый срез на конце, и менять воду раз в два дня хотя бы, то цветы простоят в полтора раза, как минимум, дольше. То есть обычно мы приносим, да, вот цветок, один раз дома отрезали, положили воду и забыли. А это да. нужно делать регулярно. А еще мы полюбляем что сделать? Мы любим поставить вот высокую розу буквально вот так вот в воду. Бывает такое, это правда. Как я говорю, торжественно обещаю, к утру погибнет. Но мы потом удивляемся, почему так быстро вянут да. почему долго вянут розы. Роза должна стоять в воде больше половины, то бишь две трети, вот, не меньше. Когда мы розу ставим в воду вот так, она погибает, у нее не дотягивается до бетона вода, и она, к сожалению, гибнет. Эустома у нас не требует много воды, хризантема не требует много воды. У хризантемы вообще есть маленький такой секрет. Мы когда приносим, бывает, что да, вот на даче мы срезали свою красивую, да, вот вырастили хризантему, привозим домой, она повяла, все, мы не знаем, что с ней сделать. Есть маленький секрет, мы должны просто закипятить воду, и в кипящей воде, опять-таки показываю на эустоме, мы сделали свежий срез, вот так вот опустили цветок, вот буквально вот эту часть, в кипящую воду, подержали минуту и сразу поставили в холодную. Вы удивитесь, когда вы будете наблюдать, как хризантема начнет поднимать свои листья. И она тогда стоит в раза тоже полтора дольше, чем незапаренная хризантема. Запам'ятовуйте, шановні телеглядачі, тому що це дійсно корисні поради, і не кожного дня можна почути це, тим більше від флориста-дизайнера. А іноді, що от аспіріни додають, ложать серебряні ложки для того, щоб це все... То есть, було проведено навіть спеціальне научне дослідження, яке доказало, що найкраще – це чиста вода. Ми своїм клієнтам роздавали, ну і зараз роздаємо, є маленькі порошочки, які продлевають життя цвітку. Секрет цього порошка. Порошка просто, он держит более чистую воду. То бишь вода не закисляется, вода не портится, и цветок пьет свежую воду. Все. Еще раз, а температура воды какая должна быть? Потому что мнение, вот просто, кто-то говорит, что она должна быть теплая, кто-то говорит, что она должна быть холодная. Какая должна быть вода по температуре, чтобы... Ну, из нашей практики просто-напросто берется обыкновенная вода из-под крана. Из-под крана. Да, из-под крана. Единственное, что гербера, она любит теплую воду. Вот ее тоже можно поставить на горячую воду, если она опустила свои лепестки. Вот гербера теплую, хризантема тоже любит немного теплую воду, розу в холодную, конечно, ну не в ледяную, а просто можно из-под крана холодную воду, но чистая. Тобто головна така запорука довготривалості квітів, це чистота води, для так. того, щоб було і стебля. Чисте. І стебля. А, і да, підрізати щодня стеблі. Когда вам приносят, дарят цветы, или вот вы купили и пришли домой, обязательно вы должны делать новый, свежий срез перед тем, как ставить воду. Почему? Когда мы идем, вот будет видно, уже сейчас видно, вот вам, да? Мне видите, видно, засохло, да. Засохло. Засохло. Угу. И поэтому цветок пить воду не может. Вы его поставите воду, он не будет пить. И он, конечно, погибнет. Угу. А если мы подрежем, сделаем свежий срез, он будет пить воду и будет у вас держаться. Так, ну и что? Что нам еще осталось добавить? Ну, я думаю, как бы все. А то вот не будем применять вот эту? Вот это, да. Вот как-то она... Нет, можно. Подходит, она да? дает нам более яркость такую в этой всей работе. Просто я очень люблю
Это растение, я бы его хотела видеть абсолютно во всех композициях. Скажите, а есть цветы такие, которые, ну, не совмещаются друг с другом в букете? Вот такие нюансы. Или можно совместить любой цветок друг с другом? Я когда перед тем, как начала учиться, ездить по обучению, я считала, что да, вот лилия с розой нельзя совмещать. Кстати, да. Или ромашку с розой, или, да. Но когда на таких вот метрах Эгрегор-Льеж, я увидела, что совмещается то, что не совмещать невозможно, это, конечно, что-то. Это, в общем, можно. Можно все совмещать и не бояться. Нужно просто единственное чувствовать. Когда вы чувствуете, да, вот вам нравится, делайте. Да, есть свои правила, конечно. Пропорции, потом высота, глубина, это все есть. Угу. Но когда человек чувствует, да, вот не все же мы учимся на кого-то, ну вот на флористов, да, там еще на кого-то. Когда мы делаем от души, это у нас получается очень красиво. Согласна с вами. Татьяна, можно я еще раскрою ваш такой секрет? Вот при вопросе, как давно вы занимаетесь флористикой, вы отвечаете, что 17 лет назад, когда я вышла замуж, да. 8 марта умерла для меня. Это правда? Это правда. К сожалению, флористы на 8 марта, как мы все шутим, отмечаем его 9 марта. В лучшем случае, то и 10, потому что 9 можем отсыпаться. Поэтому, да, 17 лет я уже в этом, скажем так, деле. Работаем. У нас это семейное. Скажем так. Это вот семейный, я поняла. К сожалению, наше время настолько быстро с вами пролетело, Татьяна, хотя я бы этой красотой радовалась еще очень длительное время. Давайте покажем телезрителям, что у нас вышло. Все довольно просто, несложно, и действительно главное это делать от души. Якщо ви не маєте вдома таких квітів, ви можете скористатися будь-якими і просто насолоджуватись цією красою. Подивіться, яка краса. Ми старалися, я думаю, що у нас було від душі. Так. Дякую вам.